Приготовление французского салата «Нежность». Для салата нам понадобится 1 небольшая луковица, 2 яблока, 4 сваренных вкрутую яйца, морковь свежая 2 штуки, сыр, майонез, соль, перец. Лук мелко нарезать и ошпарить кипятком. Яблоки натереть на крупной терке. Морковь натереть на мелкой терке. Сыр мелко натереть. Теперь собираем салат. Первый слой лук, слой яблок, затем тертую морковь, смазать майонезом, можно все слои смазывать майонезом. Далее нарезанные яйца, немножко майонеза, сверху посыпаем сыром. Далее все слои повторить еще раз. Поперчить, посолить по вкусу. Салат готов. Приятного аппетита!